ночь у вас такая будет. Первый. Не сильно расстроились, когда узнали, что... Нет, не сильно расстроились. Чай будем пить. С тортами. Вообще я работаю 20 лет, и у меня получалось так, что я постоянно дежурил новогоднюю ночь. Это самый такой вот ответственный день для работников скорой помощи, врачей, и водителей, и всех. Стараются ставить на 31 декабря наиболее опытных, наиболее таких добросовестных специалистов, чтобы город у нас, в принципе, был, ну, можно сказать, в наших руках. Постоянно на Новый год несем службу. Усиленный вариант несения службы в новогодние праздники. Увеличивается большое количество более происшествий. Вот. И больше вызовов, конечно, поступает. В основном семейные вызова. Верите ли вы в такую примету, что как встретишь Новый год, так и будет проведен? Нет, такую примету я не верю. Спокойно, вообще нормально, 9 дней выходных, не напрягает. Бегаем, прыгаем на улице, катаемся на коньках, гуляем с друзьями, на ледянках катаемся. Ну, в общих чертах гуляем с родителями. Очень хорошо со своими сыновьями и внуками. Все было в порядке, хорошо встретили. Прошел и на...